Огромные мегаполисы, вонзающие иглы высоток в небо. Города-гиганты с населением в несколько десятков миллионов людей живут в постоянном движении 24 часа в сутки. Такая перспектива вполне может вырисоваться в обозримом человечеству будущем. Уже в конце этого месяца на планете родится 7-миллиардный житель. Скорее всего, в одной из стран Азии, Индии или Африки. Тройки мировых лидеров по приросту населения. Действительно, но факт остается фактом. Численность населения Земли пока растет. И она будет увеличиваться примерно до 2050 года, может быть, немного больше. К концу столетия человечество перешагнет цифру в 10 миллиардов, после чего рост остановится, перейдет на замещение поколения поколением. Человечество перестанет воспроизводить новых людей. Страны Европы уже много лет испытывают суровый демографический кризис. Дети попросту стали заменять своих родителей в новой системе европейских ценностей. У нас в стране с рождаемостью катастрофа. Украинцы массово стареют и не рожают детей. Потому что численность населения Украины сокращается. Причем уже давно, то есть говорить о том, что вот этот вот период снижения рождаемости наступил в связи с независимостью Украины, мы не можем. Потому что уже начиная с 60-х годов прошлого века рождаемость сокращается в нашей стране. Если у нас сравнивать, например, даже с 2002 годом, ну, 10 лет назад еще, количество первенцев уменьшилось именно с 56,7% в 2002 году до 49,3% уже в 2010 году. При подобных темпах существует достаточно реалистичный прогноз. К 2025 году население Украины снизится до 39 миллионов, а еще через 25 лет нас останется всего 29 миллионов. Евгений Лысый, Виталий Прус, Константин Лужневский, Игорь Гвоздев, телекомпания ТВ.